Здравствуйте. Воскресный выход за покупками, распаковка. Телефон в стреле. 31 рубль. Просто обычный стационарный телефон. Нужен, чтобы был дома, мало ли. Вот такой вот с огромными цифрами. На случай Альцгеймера или слепоты. Очень классно. 31 рубль. Так, потом в магазине тройка. Рулька по 4,39. Такая красивая. Хочу сделать рулет, никогда не делала. Но может получится. Сыр сметанковый. 16,99. Ириски на табум. 10,99 на 2 рубля. Мои любимые конфеты Харитоша. Моя любовь. 11,39 на 2 рубля тоже. И клементины по 4,99. Ну, сладкие. И фикс прайс еще заглянула. Самое крутое в фикс прайсе — это супер свинья. Копилка. Богиня свинья. У меня есть вот такая. Это ерунда просто. Фу. У меня теперь есть такая. 7,60. А семечки я люблю по рублю. Они немножко не сильно соленые. Вкусненькая, очищенная. Купила вот такой вот дозатор для масла. Не знаю, он стеклянный, но вот эта вот штука пластмассовая. Не знаю, как ее мыть. Ну, он стоит 3 рубля. Думаю, ну, может быть, выкину. Я очень редко использую оливковое масло. И вот такие красивые елочные игрушки. Я каждый год покупаю, елку уже нарядила. Они не стеклянные, но тяжелые. 2,55 они стоили по карте. Они немножко дешевле, по-моему, так 3. А так 2,55. И вот такой вот птичка. Птичка вообще калибри. Очень красивая. Спасибо.